А, да, да. Если так только, то да. А что не хлопать? Да, мы вышли, здесь встали. Вон, видишь, как я так. Нас и теперь... Если бы наши с той стороны шли, мы их не видели. Нормально, сил просто нет, с места, блядь, больше нет. Жима, встречай! Не дать бить! Вперед, блядь, не в сторону, а вперед. Нифига себе, блядь, посылка прикольная. Ну, что вообще? Ну, что вы делаете? И, в принципе, мы не потеряли ни одного очка в матчах с Локомотивом 2. Посмотрим, как будет на этот раз. Дорофеев с мячом. Мельщиков. Дорофеев получает обратный пас. Отличный удар поворотом и гол. Ну что ж, на 12-й минуте счет открыт. После хорошей передачи Герчикова практически один на один вышел Дорофеев и спокойно отправил мяч мимо вратаря, буквально с линии вратарской. Наши защитники тут разыгрывают мяч. Это Попов играет с нашим новичком Никитенковым Алексеем. Дорофеев. Герчиков получает мяч, хорошо играет в стенку. И Попов выходит один на один. Удар поворотом, гол! 2-0. Очень похожая комбинация получилась. В стенку хорошо сыграли наши футболисты. И 34-й номер Попов сделал счет 2-0 на 15-й минуте матча. Бабье лето. Сердюк играет головой, подрабатывает мяч, делает рискованную довольно передачу пяткой, но она проходит, и Поправкин делает длинную передачу на Безрукова. Безруков опасно подкатывается защитник Локомотива Подхалявского. Уходит Добролюбов в край и очень рискованную передачу делает на голкипера. Свободный удар. Грубо ошибся наш новичок. И посмотрим. Розыгрыш, удар поворотом. Гол! Вот это да! На 52-й минуте ударом в ближний угол Локомотив 2 отыгрывает один мяч. Влад, давай, давай, двигай, Влад. Костик, ты что здесь? Перехватывает мяч наш, Сердюк. Длинной передачи ждет Зеленев. Удар поворотом мимо высшего вратаря. Не точно получается.